Как заснуть за 10 секунд? Лягте в постель. Расслабьте полностью все лицо, включая мышцы рта. Выдохните, расслабив грудь. Очистите свой разум на 10 секунд. Вы можете представить себе расслабляющую сцену, например, восход или заход солнца, шум деревьев в лесу, бриз моря. Повторяйте фразу про себя «не думайте» в течение 10 секунд. Странности китайцев, которые шокируют людей. В Китае деликатесом является яйцо, сваренное в моче молодых мальчиков. Каждый год в Китае регистрируется почти 1 миллион абортов, если должна родиться девочка. А также десятки тысяч младенцев девочек бросают, так как там в семье можно иметь только одного ребенка. Китайцы мусорят повсюду, кидают обертки от чипсов, бумажки, банки от напитков. Что будет, если есть лимон каждый день? Ты можешь похудеть, укрепится твой иммунитет, замедлится процесс старения, укрепятся зубы и кости, твоя кожа станет намного чище. Вот такие провалы бывают у дизайнеров. Сравните, каким мячик нарисован на упаковке и каким он оказался на самом деле. Кажется, они не очень похожи. А здесь дизайнер постарался объединить настенные полки и лестницу. Идея-то, конечно, интересная, но только представьте, как часто ноги будут застревать в ступеньках. И тут не упасть — это целый квест. Это самые невезучие животные. Этот маленький песик едет в машине и разглядывает вокруг, что же происходит. В лапках он держит свой любимый мячик, но вдруг он выскальзывает и падает прямо на дорогу. И песик не понимает, что сейчас произошло. Посмотрите, как он расстроен.